количестве парковочных пространств колоссальное, все вы знаете. И все это связано вот сейчас ожиданием транспорта. Представьтесь, пожалуйста, мы снимаем вас на камеру, люди будут потом, не только мы будем смотреть, будут смотреть и другие люди. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Николаевич, вам. Я... ваш проект? Проект, да, мой, вообще-то, развитие парковочного пространства в городе Новосибирске. Она связана не только с самой парковкой, но и проблемой с вообще организацией транспорта в городе Новосибирске. Дело в том, что одно время один предприниматель подал идею отчуждать дороги для стоянки автомобилей и решили нарезать это карманом. Сейчас он, вот у него есть книга, где он раскаивается за эту идею и считает, что это был фальстарт. И действительно, из-за того, что сейчас карманы эти нарезаны по обе стороны дороги, практически две полосы мы потеряли. Вот так у нас улицы непроходные. А вот из-за карманов вот, получается вот, значительное снижение скорости приближения автомобилей. Поэтому я занимаюсь и другими проблемами. И я уже коротко вам говорил о том, что являюсь автором организации, автором проекта организации муниципального пассажирского транспорта. Вот, и дорожного фонда, и программы обеспечения нефтепродуктов. Вот. В чем сущность инноваций этого проекта? Все практикуют парковочные, парковки строят или отдельно отведены места, или же вот путем вот создание вот кармана вот этот на дорогах УДС, уличной дорожной сети. Или же внутри сейчас практикует тоже опять нарушение всех градостроительных норм, нарезают карманы опять-таки. Хотя по нормам санитарным, пожарным нельзя ближе 15-25 метров к жилому дому делать это. Во-первых, отчуждают газоны зеленую зону, вот он нарушает вот эти правила. И второе, вот серьезное нарушение, которое опять допускаем, пошли, просто я не знаю, как можно сказать, вот решили под домом, жилым домом строить парковки. Это тоже серьезнейшее нарушение, вообще-то. Градостроительного, в смысле техногенных, возможно, катастроф. И мы все прекрасно понимаем о том, что все газы, которые автомобили под домом выпускают, они же в конечном итоге вот, поступают в квартиры. И мы дышим этим воздухом. Ясно всем о том, что нужна машина, эта машина, с такими токсичными выхлопными газами отчуждать подальше от жилья, где вот человек, скажем, отдыхает, набирает силы для труда. Вот. А решили опять такой понимать, как в свое время карманы нарезали, так теперь по жилым домам. Учиться, не дай бог, да, какой-то террорист там заложит. Весь дом взорвет, понимаете? Вот если учиться давать деньги, сейчас канализация не успевает, затопит это, опять дом, понимаете, аварию. То есть такое вообще-то непрофессиональное решение проблемы парковочными, парковками, я просто удивляюсь, как можно так понимать. Поэтому я говорю, есть зона в городе, специально отведенная для развития транспорта, транспортной сети, а на дорогу, понимаете? Там это ваше предложение, да? То есть ваше предложение по-другому решить этот вопрос, да? Да, делать парковки над дорогой.
парковки над дорогой. Над дорогой, да. Совмещенный остановочным пунктом, совмещенный переходом, пешеходным переходом. Тогда мы колоссальные выигрыши имеем в смысле развития пропускной способности уличной сети. Во-первых, когда вот сейчас любой вот зебра даже или светофор, это примерно на 20-30% они снижают пропускную способность автомобилей, вынуждают. Есть, нет даже иногда пешеходов, все равно этот светофор горит, и я вынужден тормозить. А при каждом торможении 8 раз больше выбрасывают это токсичное вещество. Вот чем мы дышим. И не говоря о том, что пропускная способность, и водитель, который понимает, и машина, значит, и каждый автомобиль 250 килограмм резиновой пули, которую мы, понимаете, глотаем и аллергию получаем. Все это, в общем, вот. Опять такое развитие этой светофорной системы является тоже не перспективным, не обдуманным, профессиональным. Этих светофоров как можно больше все надо убрать, чтобы машина ехала по дороге, а не стояла, тормозила везде. При таком подходе, когда над дорогой мы будем строить остановочные пункты, совмещенные пешеходными, у нас светофор упирается. Значит, мы 20% увеличим пропускную способность. Значит, архитекторы говорят, что это вроде бы некрасиво, улица вроде не просматривать и так далее. Это опять-таки амбиции отдельных архитекторов, в том числе главного архитектора. Дело в том, что уже мы вынуждены, практикуем. Посмотрите на Большевистскую, там по Калининграду уже сколько этих переходов пишет. У вас это эскизы? Вы держите руках эскизы? Да. Вот. И поэтому мы вынуждены будем идти к этому, по этому пути. Значит, вот... Вариант, да? Да, один из вариантов, который мы предлагаем. Проект у нас, мы представляли. Называется проект «Волдарная магистраль, инновации». Вот это вот, она совмещена, вот этот проект, вот, с этими стоянками, остановочными пунктами и пешеходным вот, переходом вот этим. А стоянки, да, где, пока. Где для машины? Вот сюда машина. Машины вот наверху вот светом, вот это первый ряд, открытый. Потом, там машины стоят, да? Потом, да. Потом вот это, она вот эта цветочная оранжерея. Вот видите, три яруса, да? Да. Три яруса. Цветочная оранжерея. Лотки закрывают все этот бетон. Красиво будет смотреть. Многоярусный такой, понимаете, цветочная оранжерея получается. Поэтому даже не видно будет, что это бетонное такое сооружение и прочее. И таким образом мы все машины убираем, все эти полосы, где карманы стоят они. Это карманы свободные будут, и в дальнейшем даже есть перспектива возможности расширить его в еще одну полосу нарезать вместо карманов. Ага. А вы Белову это показывали? А? Белову показывали этот проект? Белову? Да. Да. И что он сказал? Ну, эти картинки, вот она, эти картинки нарисованы, вот, ребята, я привлекал архитектора Белова. Год я примерно с ними это, работал так. Ну, Белова, видите, в интересе, мне кажется, все-таки не сильнее, потому что он на бюджете. Знаете, да? Ну. Поэтому, да, на бюджете его пока устраивает. Если бы Александр, конечно, он бы ухватил. А бюджетные деньги на это не выделяют, да? На это не выделяют, потому что некому лоббировать. Я пришел, чтобы понимать, говорили, ищу капитал. Это вот, вот молодые были. Вот он, молодые. Вот он, вы его нашли. А? Вы а его нет? Нашли. Да. Давайте мы в рабочем вот порядке я встречу. Да, у меня богатый, очень мне большой интересно. Материал. Мне и очень интересно. У меня не хватает, понимаете, надо мне к
который молодой, мог бы ходить, мог понимать по интернету или добро. Вот он все понимает, все ходит, вот прям в самое нужное место. Это, ну, можно сказать, при целом, на сегодня реально, значит, можно выйти, вот мучить центральную рынку, знаете, да? Да. Центральную рынку. Там уже война идет второй или третий год с этими площадками и прочим. Угу. К нему выйти и сказать, мы решаем вам проблему, не отчуждая ту площадку, которая сейчас а война идет. Вы пользуйте торговую, там, что хотите, павильоны. Мы делаем как? На Каменской, да? Вот. И пересечении Гоголя на этом перекрестке делаем вот такой павильон. А можно сюда павильон показать? На камеру можно? Я сниму, да. Хорошо. Цветочный павильон, в котором будут, понимаете, вот три яруса стоять автомобили. Ага. Никаких проблем у этого рынка не будет. А сколько стоит такая площадка? И сколько значит, нужно? Да, вот все упирается в стоимость ресурса. Значит, ресурса в том числе арбитративная. Прежде всего, может быть, даже арбитративно, потому что арбитрация, если не заинтересована, всячески его... Нет, а вот сколько стоит будет обойдется такую парковку построить? Значит, она парковка, я так как все же экономикой занимаюсь, она примерно в 3-4 раза дешевле, чем которую сейчас строят под домом. Ну нет, примерно сколько стоит будет такая парковка? Зависит вот от места. Ну, примерно. Сколько ярусов? Ну считайте... Одно машиноместо будет стоить порядка 250-300 тысяч. 250-300 тысяч. А сколько там машин может поместиться? А если один ярус примерно вот тут, где-то около 100 машин. Да, вот, да. То есть получается, да, вот. 250-300 тысяч? Да, вот его размер, его вот это самое. 30 миллионов, да? Мариара надо найти и владельцу, и с ними договориться, и делать можно. Это я назвал сумму, в общем-то, максимальную. Можно еще дешевле сделать. Ага. Так как, почему так дешево, скажут, ага, многие не верят. Тут не надо землю отводить. А у нас земля, это третья стоимость парковок. Земля. Землю не надо, на колоннах они стоят, дороги как были, так и остаются, понимаете, над дорогой. Но все равно частично надо там, ну, да? Ну, там конструкция, да. Ну, значит, запорная. Реально, да, многие не верят, говорят, знаете, я посылаю туда Карла Маркса, площадь, там Александровский торговый центр есть. Ага. Вот. Они уже лет 5 функционируют, открытая парковка такого, который вот предлагают. В 2006 году я вот получил грант, да, грант областной администрации, поэтому они признали это социально значимым. Но так как это проблема городская, когда вы обратитесь в мэрию, чтобы они профинансировали. С тех пор я все хожу, 2006 года. По коридорам мере. А вот это вот шикарная штука, это что такое? А? Что за шикарная штука? Да, вот, это, значит, для Новосибирска, вот то, что построено у дома быстро, это все неприемлемо. Единственное, вот два варианта приемлемо. Это вот вариант, который я показываю, да, эталоном, проезжая, остается. И второй, это вертушка. Это вертушка? Да, вертушка. А там, который у дома быть-то, когда я возражал, когда Сенцов собирал проектировщику, возражал, говорю, мы не тот вариант выбрали. Там стоит 800 тысяч рублей машиноместо. Дорого. Да, нам нужны вот народные парковки. А вот это? А вот это, вот сейчас я говорю, 250-300, можно его дешевле сделать. Денис, покажите. У меня вопрос к вам. Смотрите, меня приглашают народное правительство на роль министра транспорта. Вы что, да, отлично? Вы поддержите меня с этим? Конечно. Так, ага. Я
если город сейчас... Я знаю, как это можно делать. Значит, если... Я вам отлично сейчас материал дам, потом, правда, у меня сервиса тут не будет, наверное, да? Нет, тут нет сервиса. Можно сфотографировать на iPhone. За 30 фотоаппараты и... А? Хорошо, тебе, может, вызов. За 30 фотоаппараты... Да. Чем эта парковка хороша? Она позволяет, она временно считается. То есть вот плита железобетонная или же вот этот самый там фундамент. Вот. Собрал, разобрал, в другое место перевез, опять собрал. Совершенно верно. Даже не требует землеотвод, не требуется. Понимаете? Разрешение на постановку, как киоск, да? Торговый киоск разрешается. Вот. Поэтому вот это будет народная парковка. Но дело в том, что их уже в России штампуют по корейскому проекту, да? Штампуют с тех пор, как я начал заниматься. Но дело в том, что они корейскую цену взяли эти парковки. Ну, то есть она стоит примерно 3-3,5 миллиона рублей, 10-местная. Ага. Это дорого. Дорого. Мы посчитали студентами университета, да, учили сообщения. И два раза можно сократить эту стоимость. Почему? Где знаете, понимаете? Можно парковку ведь тоже. Можно вот в своем частном гараже собрать, в принципе, понимаете, детали. Потому что она, ну какой, вот такой складывается гараж. Сколько она по себестоимости этот комплект стоит? Парковка вот эти 10 мест, это примерно 3 миллиона стоит, 3 миллиона 10 мест, это 300 тысяч, да, одно место. Но эти парковки, я еще раз говорю, можно два раза дешевле делать. За счет чего? Главное в этой парковке это моторный редуктор. Ой, еще один человек. Моторный редуктор, понимаете, корейцы покупают в Италии, потом ставят и продают сюда. Поэтому очень дорого. И то же самое, китайцы и там прочее. А мы прикинули, говорим, да, если поставить российский мотор-редуктор, или в крайнем случае редуктор и мотор отдельно, два раза можно сократить стоимость. Реально. А у вас чертежи есть? А? На идеи чертежи есть? На это? Кажи, да. Нет, на чертежи нет. Мы, есть отработки. Да, в принципе, это можно. Завод, который имеется в Подмосковье, я сейчас еще раз в Подмосковье можно купить чертежи. Вот. Это не проблема. Послушайте сейчас, Александр. Еще раз представлюсь, Чувашов Александр, визитка там моя есть, коммерческий директор завода, Новосибирского завода конденсаторов. Да. Завод входит в группу компаний. В этой группе компаний есть завод железобетонных изделий. Да. Есть завод металлоконструкции. Отлично. Конечно, наша основная деятельность, это деятельность, направленная на энергетику, то есть мы все энергетики работаем. Да. Но тем не менее, то есть вот коммунальные хозяйства и коммунальная сфера, она нам, я думаю, что, по крайней мере, по железобетонной и по металлоконструкции будет интересна в ближайшее время. То есть, на сегодняшний день одна из идей – это городские коммуникации, в смысле подземные. То, есть, то, что в России ну, совершенно убого сделано. Да. Вот мы эту идею как на будущее если начинаем прорабатывать, то есть по железобетону. То есть, так как то есть, в Лондоне организовано, в Штатах, под городами, городами. Да. Вот. Ну и эта идея на самом деле в ту же копилку. В ту же копилку. Что под, то и надо. Вы представляете, это будет, у нас будет стыковка будет. Проще, но... Стыковка будет. Вот здесь сейчас парковочные карманы примерно 4-4,5 метра отводите. Понимаете? Ага. Я говорю, когда мы вот это поднимем парковки наверх, да, освободите. Его, я говорю, надо туда всю коммуникацию, канал делать, да? Uh-huh. Как везде делается в цивилизованных странах. В канале пропустить всю коммуникацию. Uh-huh. Они рыть каждый год, понимаете? А канал накрыть, если что, да, скрыл? Совершенно верно. А над каналом мы накрываем плиту для проезда, специального проезда пассажирского транспорта, общего пользования, которые тоже мучаются и не могут. Там, все, я услышал вас, то есть мы, в принципе, правильно ли я понял, то есть вы предлагаете
парковочные карманы поднять наверх, да. А вместо парковочных карманов сделать выделенную полосу полипластом. Да. Специально для автобусов. Классно, классно. Хорошая идея. Хорошая. И при том вот это железобетон, вы говорите, да, вот это неправильно сейчас продолжаем, понимаете меня, асфальт тоже через 2 года снова латают, латают, латают. Вот это перекрыть даже железобетонными плитами, сразу монтированными поребриками, понимаете меня, на котором будут соответствующие уже стойки, можно было вставить. Я тогда сразу, смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю, собственно говоря, сейчас, если есть завод такой, да, если есть база какая-то, делать предложение о ГЧП, государственно-частном партнерстве, да, губернатору, выводить таким образом, что мы строим эти карманы, государством в течение 5 или 10 лет их покупаем. Да. Вот эти гарантии мы найдем по-любому привлеченные инвестиции деньги. Ну, то есть, когда у тебя есть гарантия, что, условно говоря, в течение 10 там, или 5 лет, условно говоря, у тебя это будет выкуплено за счет федеральных программ, может быть, 200-й закон, он в апреле вышел, того года. Вот. Это вполне реальный проект. Но для этого, собственно говоря, нужно собрать хорошую команду, которая сможет это лоббировать и подтянуть. То есть у нас есть теоретик, который, собственно говоря, да, это делает. У нас есть конструктор, который может это все в кучу собрать. Да. Нужен хороший продажник для того, чтобы это все ввести в экономику. Да не вопрос. Значит, вот я очень рад, что молодой министр был бы в свое время, да, не допустил бы такой ляпсус. Построили третий мост сейчас, да, третий мост строили, да? Ага. А видите, какой длинный. Ага. Вот. А вот ипподромский, вот это, ипподромский магистраль, да? Ипподромский магистраль. И надо было выйти до конца закончить. Закончить и через этот железнодорожный вот этот мост, да, рядом который собирается, четвертый мост, да, называется. Мы давно уже ездили бы и решили бы многие проблемы с парковкой. Но ее следующие хотят. Понимаете? Надо было раньше вначале вот это строить. А некому было замолвить профессионально доказать о том, что вначале вот это. Видите, она почти 2 раза короче. Там денег меньше. А? Там денег меньше. Да. Там денег меньше. Поэтому кто в последнюю очередь? В этом больше денег, в этом интереснее строить. Ну что ж, что было для вас ценным в вашем рассказе? Что было сейчас для вас ценно, Александр Петрович? Что было для вас ценно сейчас? Ценно. Для вас? Как ценно? Ценно. Вот сейчас вы выступили. Что было для вас ценным в вашем выступлении? Мне это ценно то, что я молодым нашел. Энергичных, да. Поэтому я все время вот так ищу университет. Ездил там, ребят пытался, но они тоже зациклены тем, что им как кафедра скажет, как там декан скажет. Конечно. Вот поэтому они привязаны, не могут уйти. Интерес у них есть, но они привязаны к этому. Им надо диплом защитить. Ну, понятно. Ну что ж, спасибо вам за ваше выступление. Давайте вас поблагодарим. Спасибо вам. Ну как бы потом. Созвонимся, телефон есть. А сотовый есть у вас телефон? Сотовый есть. Да. Зачитайте, пожалуйста. И этот листик заполнить, там будут все ваши контакты, и если потеряются, то можно будет восстановить через нас. Через терем. Мы вас снимали на видео. Ваше выступление можно выложить на клубе? Хотите, чтобы мы выложили на клубе, и его увидели еще больше людей? Кто? Я? Да. Хотите ли вы, я спрашиваю, ну, ваше разрешение, хотите ли вы, чтобы ваше выступление, мы сейчас на видео вас сняли. Разрешаете ли вы? Разрешаете ли вы выложить на клубе, чтобы другие люди...